Горячая кукуруза. Просто невозможно. А то, что мы в подлодке. Арбуз, арбуз. Привет. Если его потрогать, то ждет удача и счастье в жизни. Хотите купить свои стульки? Ночной Калининград. Ну что, мы в аэропорту. Встали мы сегодня в 3 часа ночи. Приехали мы сюда около 5 часов утра. И вылет у нас в 6:45, по-моему. Вот. Мы уже покушали, сходили в туалет. Сейчас пойдем на гейт. И, в общем, все успели, все хорошо. Скоро будем вылетать. Лена сюда еще вложит. Мы, если что, заплатили отдельно деньги, чтобы сесть вместе. Победа! Ура! Победа! Победа! Ура! Победа! Мы спим весь полет. У нас нет подушек для шеи, из-за этого очень неудобно. До свидания. Ну что, вот они, первые секунды в Калининграде. Спустя 4 часа мы здесь. Мы в Калининграде. Мы вызвали такси до ТЦ Европа. Если что, мы прилетели время 8:30. Время очень мало. По нашему екатеринбургскому времени сейчас 11:30. И сейчас у нас вообще полный день, весь в распоряжении. Мы едем сейчас в ТЦ, гулять с чемоданом, потому что у нас заселение в 2. Нам нужно будет как-то убить время. В общем, вызвали такси, ждем. Мы приехали в ТЦ Европа. Во-первых, пока мы ехали на такси до сюда, мы заметили, что здесь очень такая своеобразная архитектура. Мне, честно, очень понравилось. Дома такие все маленькие. Все такое, вот, не знаю, какое-то миленькое. И, кстати, вроде как Калининград — столица котов. Так что у меня прям желание увидеть вот кого столица? Котов. Я другое услышу. А что? Котов слышишь. У нас сейчас в планах позавтракать, где-то найти, посидеть, покушать. И с 10 открывается торговый центр, поэтому нам нужно как-то убить время. И мы пойдем гулять. И посмотрите, как выглядит ТЦ Европа. У него тоже своеобразный какой стиль. Мне нравится. Прикиньте, мы сейчас отдали свой багаж, чемодан, чтобы не таскаться с ним до 2 часов дня, отдали вазон. Там такая сейчас есть функция. Очень удобно. То есть мы до 2 часов дня оставили там багажик, все вообще удобно. Там у нас день оплачен, просто мы 2 часа заберем, потому что 2 часа у нас заселение. А сколько вышло по цене? 400 рублей. 400 рублей всего. Вообще не жалко за это. Мы пришли в заведение Brunch and Bowl по совету Саши Теслундом. У меня вот такой вот норвежский завтрак и у Рома норвежский завтрак, только у него креветки, а у меня форель. Слушайте, было действительно вкусно. Мне очень понравился норвежский завтрак. Советую. Мы зашли в ТЦ Европа. Гуляем, смотрим вещи. Рома уже купил себе кроссовочки. Сейчас примеряет джинсики. Иди сюда. Слушай, эти даже тоже хорошо. И типа свободнее как будто. Наконец-то выбрались из ТЦ. Рома накупил себе 2 пакета одежды. Спасибо. Пошли на улицу. Людей намного больше, потому что мы на улице были, когда было 8 утра, а сейчас совсем по-другому. И на улице прям стало очень жарко. Рома сходился, подстригся. Мы зашли просто в какую-то рандомную парикмахерскую и за 500 рублей. Ему сделали стрижку, причем реально нормально. Купили в Пятерочке булочки с вишней. Делаем перекус. Булочка с вишней просто топ. Она еще горячая. Кайфуем. Очень вкусно. Я только что сделала. Купили воду фруктовую с клубникой и с лимоном. Вообще топ тоже. Я подхожу такой, ну давай возьмем, все берут. Алена такая, как ты знаешь, что все берут? Я говорю, ну видно же. И вот взяли, очень нравится. Стоим, а тут перед нами вот это.
Ваша реакция? Ой, котики! Смотрите, куда мы зашли. В такой мини проулочек с маленькой ярмаркой. Так мило. Ой, не могу. Ой, не могу. Ой, красота. Ребят, ну что, мы приехали в апартаменты. Срочным образом обзор квартиры. Во-первых, прошу обратить внимание, насколько она светлая и белая. Заходим сюда. Здесь такая кухня белая. Это просто моя мечта, ребята. Очень красиво. Я чисто эту квартиру выбрала из-за вот этого дизайна. То, что она такая красивая белая. Ой, ну вообще. Здесь такая зона чил. Плюс... мини-столовая с холодильником. Есть телевизор, такой вот вид из окна. Далее идем, здесь коридорчик с шкафом-купе. Здесь у нас ванная комната, тоже светлая такая вся. Здесь унитаз, стиралка, полотенце, все есть. Здесь зеркало, ну, в общем, все вроде как очень даже приколдесно. Далее идем, здесь спальня. Вау! Здесь есть даже рабочая зона со столом, шкаф, телевизор, аж 4 окна в спальне. Ну это вообще красота. А сейчас мыться, потому что я нахуй вся как будто обоссанная. Алена не удержалась и начала рыбачить. Зудки такие. Ты моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. Ладно, пойдем. Короче, мы сейчас выдвигаемся в ресторан Мадам Буше. Я видела вообще везде в рекомендациях, что это очень классное место, чтобы сходить покушать, тем более находится еще на острове Канта. А это, так сказать, самый центр Калининграда, и там очень красиво. Я видела фотографии, видела видосы всякие. Это вау. Да и, в принципе, мы сейчас, пока идем с Ромкой, тут гуляем просто по какому-то рандомному парку. Здесь так красиво, так дышится. Какие-то люди все приятные, все красивые какие-то, я не знаю, так хорошо. Вообще везде красиво, все ухожено. Даже вот этот рандомный парк просто. Я хожу, снимаю каждую секунду, ребят. Калининград, вау. Я каждую секунду хожу просто вот так. Наверное, самое банальное, что можно подарить на какой-либо праздник, это, наверное, деньги. Да, они нужны, но они не оставят какое-то, знаете, свое воспоминание. Человек потратит их и забудет об этом. А если вы сделаете подарок вот такой, как у меня, это вообще... Я в восторге, смотрите. Та-дам! Я заказала фотокнигу из периодики. Посмотрите, во-первых, обложка, которая сразу говорит о том, что будет в альбоме. Я в восторге. Давайте смотреть, что там внутри. Мне кажется, фотокнига — это максимально о том, чтобы поностальгировать, посмотреть свои старые фотографии, которые запечатлены все в одном месте. Так еще и в очень красивом альбоме с красивой обложкой. А еще в начале августа я сама себе сделала такую фотокнигу под названием Beautiful Life. В фотокниге я собрала все свои самые любимые фотографии, самые любимые периоды жизни, которые у меня были, и я в восторге. Я готова пересматривать их каждый день. И все эти фотокниги прекраснейшие можно сделать в периодике. У них очень интуитивно понятный сайт, все супер понятно. Я буквально себе за часик, за два порыскала, конечно, все свои фотографии, отыскала самые лучшие, самые красивые, и сделала себе сама фотокнигу и просто отправила ее на печать. А через несколько дней мне пришла уже посылочка. Так что берите себе на заметку, тоже заказывайте себе такие прекрасные фотокниги. Берите на заметку, например, на Новый год, на 14 февраля, на день рождения, не знаю, на любой. Да можно просто так, даже без повода подарить такую прекрасную вещь, которая уверенно подарит очень хорошие эмоции. А промокод EXIQUER даст скидку вам в 300 рублей на первый заказ. Пользуйтесь обязательно. Действует на печатную продукцию до 30 октября. Мы пришли в ресторан Мадам Буше. Здесь, к сожалению, практически все столики были заняты, но на веранде здесь было свободно. Но единственный минус — мы сидим на солнце. Солнце так жарит, что вообще, мне кажется, у меня пол лица уже просто дома будет вот так вот по половинку красным полностью. И у Ромы также. Сейчас я вам покажу вид. Вы только
ну, держитесь там, посмотрите. Это просто вау. А здесь сзади сам кафедральный собор. Вау. Очень красиво. Там вдалеке вот эти домики, которые я видела везде в Пинтересте и так далее. Вау-вау-вау. Это что, тот самый кафедральный собор? Ребят, это вау. Это просто вау. Ребята, я не перестану говорить, насколько здесь красиво. Посмотрите просто на эту архитектуру. С открытыми ртами идем и любуемся просто всем городом. Сигма-мед. Ой, мы так устали. Это вообще. Мы опять весь день ходили пешком. Сейчас идем обратно до апартаментов тоже пешком. Мне кажется, мы пока ходим, мы уже выучили весь Калининград, правда? Да какой весь, мы просто в центр ходим и все. Ну, как минимум, центр за один день мы уже изучили. Мы еще зашли в Спар, в КБ и в Ревде у нас везде Магнит, Пятерочка, Монетка, Верна, там в одном районе по 10 штук каждый. Ну, мы зашли ради интереса и купили немного нам продуктов на утро, да и вообще попить чай. Булочки. По фигне, короче. Доброе утро. То, что мы вчера уснули в 9 вечера и проснулись в 9 утра. Точнее, я даже проснулась раньше, потому что я уже поняла, что уже просто переспала. Мы спали 12 часов. Спасибо. Вот настолько мы устали. Вчера как пришли, сразу легли спать. И все. Сейчас собираюсь. Голову мою, одеваюсь, собираюсь. Ну что, мы собрались. Сейчас выдвигаемся в город. И сегодня я с кое-кем встречусь. Переход будет через 3, 2, 1. Привет! Мы встретились с Аришкой! Боже! Все дороги реально ведут в Калининград. Все дороги ведут к Аришке. Ну, мы с тобой и недавно вот виделись в Москве вообще. Да. Частенько, частенько. Ну, теперь мне в ЕКБ надо ехать. Сейчас мы с ребятами пришли в район Эмилинау. Здесь, получается, дома, которые построили немцы. Здесь все такое историческое. Подходим, гуляем, изучаем. Очень мило здесь. И так тихо, знаете, вообще тихо. Она должна вот так встать. Ура! Я уже думала, что у меня сейчас камера сломалась, ребят. Господи. Я со своими спонтанными идеями решила устроить фотосессию в Калининграде и встретилась с Катей. Просто чудесная девушка. Сейчас будем фотографироваться в районе острова Канта. Это вообще, это сейчас мое фаворитное место сейчас в Калининграде. Так что я хочу запечатлеть и сделать здесь красивые фотки. Ой, я хочу, знаешь, как попробовать? Вот так вот. У меня тоже есть стабилизатор, но я это забросила ему обучаться. Та самая реклама. Thank you.
Ребята, я просто в восторге. Это вообще... Мы наснимали такие кадры. Я не знаю, я готова зареветь, насколько здесь красиво. Кафедральный собор — это произведение искусства, ребят. Настолько красиво. Еще я так по аутфитику оделась, знаете. Ну, вообще... Это вау. Только что закончилась моя съемочка, она прошла просто невероятно. Здесь оставлю ник девочки, фотографа. Катя the best. Катя the best, просто лучшая. Кто из Калининграда или планирует улететь в Калининград, обязательно пишите ей, она вам сделает невероятно красивые кадры. Сейчас мы, кстати, направляемся в магазин Виктория, тоже здесь местный магазин в Калининграде. Хотим купить на завтра каких-то продуктиков на утро, потому что завтра мы в 8:30 уже едем на экскурсию кое-куда. Вот, а пока что, да. Я что-то захотела чего-нибудь перекусить, не знаю даже что. Чисто поесть, попить и просто чуть-чуть. Мы вызвали такси, сейчас ждем. Опять мы хотели пешком пойти до дома, но поняли, что у нас вообще минус ноги максимально. И так как завтра у нас экскурсия весь день, и мы будем тоже ходить весь день, мне кажется, это будет ошибка прям ходить постоянно сейчас. Нужно, чтобы ноги отдыхали. Значит, так ноги можно просто убить. Приехали в апартаменты. Мы приехали в апартаменты. Устали капец. Сейчас ложимся спать. Завтра встаю в 6. Трэш просто. Чтобы просто собраться, нам еще нужно будет дойти до остановки. Там полчаса до нее идти. Вообще можно доехать на такси, но мы решили, что мы, ну, дойдем. Второй день в Калининграде был сегодня просто какой-то сумасшедший. Мы сделали столько всего, что первый день, что второй суперактивные, интересные. Просто я в восторге. Сегодня у меня была и фотосессия. Сегодня мы гуляли по району Амелинау, увидели с Ариной. Просто. Еще и девочка-фотограф попалась. Очень красивая, хорошая, такая приятная. Вообще, мы пообщались. Очень классная девочка, правда. Я довольна всеми этими днями. Было такое ощущение, что как будто бы не два дня прошло, а уже целая неделя. И мы прям столько всего прям видим каждый день. В общем, очень круто. Всем спокойной ночи. Доброе утро. Мой сегодняшний аутфит. Время 8, на улице просто вау. Я обожаю гулять по утрам, если честно. То есть на улице сейчас вообще не холодно, ничего, не жарко. Идем на остановку, нас заберет автобус. Ай, хорошо. Шли в Кёнигсбейкер, взять булочки с собой в дорогу. Здесь так мило. И какие-то церкви отреставрированы, и там православные службы сейчас идут. Когда-то католическая была церковь, да, сегодня православная. Первая локация – это замок Несельбек. Редкое реликтовое растение, лутник оживающий, который любит как раз почву, богатые кальцием, вот ракушечник, моллюски. Итак, наша первая крупная остановка, и это танцующий лес. В автобусе спали. Сейчас что-то спим, да, потому что рано встали, глаза вообще закрываются. В общем, гуляем здесь. Такой свежий воздух, прям лесом пахнет. И здесь много-много всяких сувенирных, много-много всяких магазинчиков. Танцующий лист какой-нибудь. Ой, шпиц. Ой, какой хороший. Кстати, дерево, где 5 стволов, очень красиво выглядит, так необычно. И вокруг него такая, вы знаете, ограда в виде как будто бы гнезда какого-то. Здесь воздух просто вау, очень свежий. Mm-hmm.
Сейчас мы взбираемся на высоту Эфа. Здесь вот такой вот подъемчик. Нужно прям вверх-вверх-вверх идти. По деревянным настилам. Да, вот так это все выглядит. Достаточно, ну, нормальные такие народы, потому что все с экскурсиями. Кто с маленькими экскурсиями, кто с большими. Это покрыты ветками, это те самые Какая фашины. Красота, итальянское ребят. Слово пучка, что вместе мы сила, по одному нас могут ворон, трава расти начинает. Дерн здесь, конечно, очень тоненький. Все это краснокнежный козлобородник, колючка верблюжья здесь летом цветет, но... Мы забрались на самую последнюю смотровую площадку, которая находится ближе всего к морю. Ой, здесь такой хороший ветер, вообще на улице становится все жарче и жарче, потому что сегодня тоже плюс 30 практически. В общем, смотрите. Мы пришли к морю. Здесь так много людей, и некоторые даже плавают. Знаете, ощущение, вот желание вот реально просто зайти в море и плавать, потому что жарко очень становится. Мы стоим тут в кроссовочках. Тут вообще люди снимают кроссовки и ходят по песку, потому что ты вот вступаешь и прям вот проваливаешься в песок. Поэтому мы не стали снимать обувь, потому что у нас... Ну, ноги... пошли до моря дойдем. До моря? Думаешь? Да, пойдем аккуратно. Ну ладно. Он очень такой мягкий. Тут хорошо. Ребят, если что, первый раз вообще на песчаном пляже. Тут увидела первый раз медуз. Тут вот буквально тут в море они плавают прозрачненькие. Так прикольно. Давай туда зайди поглубже. Давай, давай, иди, все нормально будет. Алена, давай аккуратно. Штаны замочила. Ты сфоткайте? Да. Зашли в кафе местное. Взяли здесь уху с судаком и... Также баварские сосиски в тесте. Внимание на чек, если что. Сигма. Приятного аппетита нам. Взяли по мороженке фруктовый лед. Мне кажется, тысячу лет не ела фруктовый лед. Вообще вайбит такой. Если честно, пока мы там были на море, мне хочется уже обратно опять туда. И вот мы с Ромкой, мне кажется, сделаем обязательно отдельно день под море, чтобы просто почилить, отдохнуть, без всяких ходьбы всякой и так далее. Просто чил на море. Хорош вообще. Ребят, запоминайте, вообще вкусно. Вообще бомбовое. Мы в Зеленоградске. Как здесь красиво. Сейчас поснимаю вам. Во-первых, Зеленоградск — это считается город котов. Посмотрите, как здесь оформлен ЗАГС. Здесь здание, все в бабочках. Вау. Здесь пешеходная улица вот такая. Посмотрите, как будто я в фильме. Как красиво. Да, есть немного схожесть с Красной Поляной в Сочи, но здесь какой-то свой вайбик такой исторический, красивый. А вот это, кстати, наша группа с гидом. Гид вообще класс. Здесь говорят, что от косы до косы здесь проложили велосипедную дорожку. Здесь был недавно вот такой вот, как чемпионат, не знаю. Мы взяли клубничное, да, пьем, охлаждаемся, стоим напротив, вот прям напротив пляжа, смотрим на море. Очень кайф. Ой, блин, чуть не упала. Даем. Очень кайфово, я просто в восторге, честно. Это просто вау. Я не перестану говорить, насколько здесь красиво. Я даже и не могла представить, что Калининградская область настолько красивая, настолько вау. Здесь можно найти столько развлечений, красивых мест. Ой, у меня аж все волосы в рот засунулись, пока я говорила. Мы по классике пришли на колесо обозрения. Здесь колесо обозрения 50 метров. Называется «Глаз Балтики». И прямо сзади меня вид на море. Кайфуя вообще. Алена, кайфуя. Должна была сказать «вообще». Вообще. Мы сейчас решили, что обязательно поедем на днях сюда покупаться. Купим купальники, да? Что мы не брали ничего с собой. И приедем на ласточке-то какой-нибудь. На автобусе. Просто весь день посудить Зеленоградск, потому что хочется здесь прям побольше время провести. Да, у нас час всего. Здесь, да, 2 часов здесь не хватит. Мы приехали домой, устали, капец, наш ужин просто. Ой. Будем заваривать дошираки. Спросите, почему их 3? Потому что Рома жрет в 2 раза больше меня, поэтому ему 2. Да. Фукин, да.
А еще, когда мы были на фотосессии, Катя посоветовала нам обязательно попробовать польский шоколад. Они называются гжешки. Смотрите, есть вот такие вот зелененькие, они с орехом. И вот такие вот синенькие, orange. Нам прям очень посоветовали попробовать, так что да, мы сразу набрали. И вообще говорят, что здесь, когда уезжают с Калининграда, просто берут их пачками, возят домой. Что интересно, что это такая за шоколадка такая? Пробуем. Да блин, не могу открыть. Ммм, хорошо. Печенька с шоколадом. Вафелька. Ой, да, вафелька. Четвертый день в Калининграде. И сегодня мы отправляемся в Зеленоградск. Да, вчера настолько нам там понравилось, что мы решили, что сегодня надо прям целый день посвятить этому, чтобы погулять там, почилить, покайфовать. Вот. Сейчас мы проснулись, уже собрались. Жрать хотим просто невероятно. Сейчас собираемся завтракать в Königsbäcker, который мы вчера заходили утром. Нам там очень понравились булочки, прикольные, прям советую. Так что мы завтракаем. Мы завтракаем и выдвигаемся сейчас с Ариной и уже поедем в Зеленоградск. Обжиралка, где начнется. Жестко закупились в Европе, накупили купальники, шлепанцы. Короче, все специально для моря и отдыха. Вот на таком дорожном вайбе сидим на остановке. Заказали вкусную точку. С Аришечкой встретились. Сейчас вызываем такси и поедем в Зеленоградик. Мы попали в новый район Зеленоградска. Аришка нам решила показать здесь просто. Самое посмотрите. Главное. Здесь просто... Они разные, кто-то злой, кто-то улыбает, кто-то орёт. Здесь просто пупсы везде. Вот там, там. Голые и лысые. Это просто угар. И посмотрите, как здесь красиво. Вот там Аришка говорит, что у нас ассоциация вот с этим местом, знаете, просто море и поле такое зеленое ассоциируется с островом Чеджу. Вообще! Аня, что мы построили, пока были на море? Буквально первые 5 минут мы уже построили целую стену из песка. Сейчас в планах построить еще целый город, замок. Ну, как бы да. Может, типа сердечко, вот видите, чуть-чуть такое есть штучка. И вот я ее так посередине сейчас поставлю. Количество людей, но в целом очень комфортно. Вообще, я первый раз на море, первый раз плаваю, первый раз хожу, можно сказать, по песку. Это такие классные эмоции, действительно. В общем, это очень классные эмоции. Я в таком восторге, честно. Вот, кстати, купальник, который мы купили. Ничего такого даже. Я в восторге. Строй, давай, строй! Строй, строй! Давай, давай, давай! Амэно! Чё, как тебе, Лен? Амэно! Вот арири, чё-то того, дуримы... Арбуз, арбуз! Привет! Арбуз, арбуз! Всё, раскапывайся! Под эпик музыку, да? Под эпик музыку! Восставший из мёртвых! Как твои ощущения? Все, теперь очередь Аришки. Горячая кукуруза. Мы решили взять кукурузку. Я, если честно, так, ну первый раз. Так что пробую. Кайф. Какой сегодня? Что сегодня тебя? 37 августа. 37 августа. Спасибо. Ой, ну слушайте. Да, конечно, конечно. Давайте. Спасибо. Просто первый раз так встретила людей, что так толпой аж подошли. Ой, какой кайф, ребят. Такое ощущение, мы просто на курорте, на море, наплавались. Такой кайф. Сейчас идем.
все в песке немножечко, обмыли ноги, переоделись. Сейчас идем в какое-нибудь крутое место покушать. Здесь так везде пахнет копченой рыбой, всякой едой вкусной. А, и еще вот такой вот бриз от моря. Вообще просто красота, ребят. Я в сказке. Нет, вы просто посмотрите на это. Кто-то вырыл яму. Мы идем набирать воду. Как это называется? Святой источник? Привет, да, королева Луиза. Пробую. Оно соленое? Да. Зеленоградское. Типа там минералы всякие штуки. Но это не вода. Нет. Это чистая вода, ее можно пить. Надо было слушать на экскурсии, а не спать. Она очень полезная. Обычно вода просто чуть соляненькая. Ну как да. Это, как ясентуки, вот это все. Но... Нормально. Посмотрите, в какое место мы пришли. Сидим на веранде. Называется заведение «Дача». Жракать хочется нереально. Ждем официанта. Сейчас будем заказывать. И вот на таком вайбике. Та самая. Сидит вечером под закат, пьет сидр. Мы чин-чинь, кстати, не сделали. Давай. Чин-чинь. За вас, мои дорогие. Чтоб все у вас было. Это сочетание. Жрём. Весь влог о том, как уже. Реально, мы... Я тоже говорю, в понедельник встретимся покушать. Да, просто все разговоры о еде. Я вообще так рада, что получилось на море сегодня выбраться. День просто волшебный получился вообще. Я просто в восторге. Вот у меня уже баночка. Кстати, я тоже, по-моему, загорела немножечко. Чуть-чуть есть. Мы вышли в сам Зеленоградск теперь и снова встречаем везде теперь котиков. Абсолютно везде на домах. Вот граффити с котиками. Самая смешная история. Здесь никогда не было много котов, никогда не было никаких историй с котами. Но просто это настолько вот сделали для туристов, что теперь это столица котов. Такой бред. Наконец-то мы стали встречать котов, потому что все это время их вообще не было видно. Они прям экспонаты города такие. Их все трогают, конечно. Вот, кстати, вечерний Зеленоградск, главная улица. Вечером все как бы по-другому немного раскрывается. В огнях, все красиво, вау-вау. Там какие-то супер-пупер вкусные кренделя. Это просто такой огромный крендель слоеный, но его опускают горяченный шоколад молочный и белый. Мы снимаем. А, ой. Молочный, с чего ты? Да ладно, что это? Они услышали. Короче, там молочный белый шоколад, и просто, как знаете, как киндер макают, вот так, он все стекает, и ты просто его ешь. Вау, с белым шоколадом, вау. Спасибо большое. Та-дам! Молочный и белый шоколад. Пробуем. Джойстиком двигайтесь, че? Very, да. Ну, это вкусно. Шоколад вкусный. Mm-hmm. Это просто киндер буэна. Реально киндер буэна похоже. Я еще не пробовала. Неплохо. Для полного счастья мы решили зайти в барахольщик. Место, где можно найти все. Очень интересно зайти, посмотреть, что же здесь такое интересное. И само вот оформление очень красивое, согласитесь. Вообще, я просто в восторге. Я помню, сделала себе фотки вчера здесь. Мне очень понравились они. Так со стороны смешно выглядишь. Это заказано, это даже не видно, она так пальчики всегда показывает, когда про что-то рассказывает. Посмотрите, здесь продается абсолютно все. Здесь каждая деталь. Это вау. Сколько здесь всего, это вообще... Корону. Мы долетели на ласточке до Калининграда, до северного автовокзала. Мы приехали всего за минут 20-25, очень быстро. Время 11:30, мы наконец-таки ложимся не в 10 вечера и не в 9 вечера, и не раньше, потому что мы все эти дни ложились намного раньше, просыпались намного раньше, но завтра у нас в планах поспать побольше, отдохнуть именно, поспать. Полежать, почилить. Вот, так что да. Завтра не такой уж суперактивный день у нас будет. Будем больше так на расслабончике, потому что дни вообще супер насыщенные. Я сама такого не ожидала, честно. Всем спокойной ночи. Вложений никаких там, в карманах, в карманах, в карманах. Нет.
Мы пришли в зоопарк. Идем покупать билеты. Итого 450 рублей за один билет. Ой, какие они хорошие, ой, ребята. Ой, какие хорошие нотики. Настроение. Вот еще один. Жираф. Офигеть. Я жирафа ни разу в жизни не видел. То же самое. Мэлла вы вроде звали? Да. Алекс и Мэлла? Попой такой стал. Такие малютки. Офигеть! Это же невозможно! Давай, давай. Давай, давай. Ой. Мы. Честно, вот эти 450 рублей за зоопарк уже купили себя 15 раз, честно. Мы в восторге. Смотри, как у него зубы. Смотри, как он опускается. У меня такое ощущение, будто иначе сожрет. Опасное животное. Кустарниковая собака. Они все что ходят здесь вместе, вот так друг за другом по кругу. Они такие странные. Они на медведи похожи маленькие. Вот на таком форматике пришли. Маленькое заведение здесь, в зоопарке. Решили немного перекусить. Я взяла себе вегетарианский большой лук впервые в жизни. Немного перекус и отдых. Потому что на солнце капец, у меня башка опускала. Проверка интеллекта не пройдена. Не пройдена? Не пройдена. Просто... покрутил. Мне говорят, полтела выбрито, пол нет. Я типа кроп-топ. Кроп-топ. Все, он спать. Ой, какой смешной сбос. Вообще, он такой дедушка. Когда-нибудь видели муравьеда? Теперь да. Там прибираются у него, и он такой, что там делают у меня? Выгнали меня. Так жалко Мишу. Ведь не стоит, жарко ему. Быстрее, быстрее, Алена. Давай больше голову засунь. Капибара. Капибара. Снова влог про еду. Мы пришли жрать роллы. Роллы, суши. На таком вот вайбе. Мы, если что, сидим в ресторане Суши Море. И ко мне просто сейчас подходит девочка. Видимо, что моя подписчица со словами, что она меня узнала. И это такой комплиментик от всего заведения. Вот такой вот десерт. Блин, так приятно. Первый раз такое, если что. Просто, наверное, даже не знаю, что сказать, первый раз такое. У меня такое первый раз. Мы сколько вообще ходим? Это так мило, на самом деле, вообще. Я обожаю своих подписчиков. Нашли главу семейства Хомлина в Калининграде. Находится на мосту Канта. И если его потрогать, то ждет удача и счастье в жизни. I like it. Я не знаю, какой день подряд, но мы уже встречаем здесь рассвет в Калининграде. И он здесь просто рассвет. Какой-то волшебный. Закат, точнее. Это не видно ничего. Ну что, всем доброе утро. Последний день полный в Калининграде. И мы пришли на завтрак в место Amelie Now Breakfast. Уже советовали это место, и оно здесь находится очень в таком уютном месте. Мы сидим на веранде сейчас, и вы можете заметить, здесь такая атмосферка немножко дачная. И еще там играет Лана Дель Рей. Ну как бы, респект, спасибо. Сейчас ждем наш заказ и пойдем гулять. У нас еще в планах сегодня музей Мирового океана. Ну, в принципе, это все. Просто погулять, покайфовать последний день. Все дни были супер сумасшедшие, активные. Это вообще 100%. Мы хотели один день сделать вообще тупо ленивый какой-то день, но так не получилось это сделать, потому что хочется вот каждый день что-то где-то посмотреть, что-то посмотреть, погулять. Вот. Так что такие дела. После завтрака гуляем, зашли вот в центральный парк. Здесь так прикольно. Просто среди города такой кусочек леса. Песик вон гуляет, кайфует. Такой небольшой каналчик, водичка. Такая история. Ой, привет!
Ой, какой хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какой хороший. Ой, ты какой рыжик. Ты рыжик такой, да. Хвостик-то отпадет, сейчас хвостик отпадет. Ты тоже погладь его. Тоже погладь, давай я поглажу. Ой, да ты хороший. Такой прикольный. Черные ресницы, черные глаза. Ну, эстетику. Еще солнышко такое, типа, и ты, типа, так сияешь. Вау. Вау. Прислушаться. Вау. Ура, мы прошли в музей Мирового океана. Идем покупать билеты. А то, что мы в подлодке. Это самое простое, напомню, которое здесь есть. Так, эти маленькие комнаты. Как они здесь спали, я вообще без понятия. Такие маленькие комнаты. В отсеке расположен звукоподводные связи и вертикальный пост управления. Офигеть, только все. Погружение. Кислород. Все важно ведь. Тут очень узкая, низкая, малюсенькая дверца. Трубка оснащения. Офигеть. Четвертый. Кормовой. Кухня, да? Как они здесь готовы? Смотри, какой. Ого. Такой надо домой. Как тебе комфортик? Комфортик, да. Вообще комфортик. Носовыми, горизонтальными рулями и вертикальным. Он уже научился. Мы нашли еще одного хомлина. Это внук Витек. Там кладут монеточку, чтобы еще раз вернуться. Но у нас нет монеточки, к сожалению. Но мы знаем, что мы еще вернемся. Так что просто нужно его погладить. Ставим лайк. Такой милый. Под роликом ставьте. Да, и ставьте лайки под роликом этим. Будет приятно. Айона раскрасывает маяк. Синий. Красота-то какая. Посмотрите, она у нас, оказывается, закончила на графического дизайна. А вы думали? Что, после музея Мирового океана мы проголодались, все устали. Было очень интересно, на самом деле. Подводная лодка вообще просто говорит. И после этого мы пошли в заведение просто на рандом. Выбрали, что было поблизости, и она называется Мариана. Мы сидим, кушаем, вообще все супер вкусно было. И решили заказать десерт, потому что Рома не наелся, ему не хватило вот прям что-то объесться. И по итогу мы заказываем десерт. Он называется Мариана Павла. Угу. Он с такой подачей, что вам дают наушники. Вы слушаете историю всего этого, почему он так назван, из-за чего и так далее, и так далее. Десерт просто невероятнейший. Я вам сюда прикреплю фотки. Я даже сфоткала Рому, как он сидел в наушниках с этим десертом. Алена тоже сидела на... Да, я тоже сидела в наушниках. В общем, очень прекрасная подача и вкусный десерт. Когда мы его уже доели, подошла к нам наша официантка и сказала, что это типа за счет заведения, потому что... Свистульки? Нет, спасибо. Свистульки? Хотите купить свистульки? Нет, спасибо. Ну и, короче, это был подарок от заведения, потому что меня снова узнали и сказали спасибо большое за мои ролики. Второй раз уже, боже, это так приятно. Второй день подряд. Это вообще... Калининград, вы меня удивляете. Мы уже дома, устали просто капец. Рома себе 15 мозолей на ногах уже, себе намозолил ноги все. Мы устали, короче, вообще капец. Приехали домой и заказали доставку еды. Просто решили заказать бургеры. Внимание. Если что, первую попавшуюся доставку нашли. Boss Burger. Big Boss Burger. Ну, они выглядят хорошо. Кока-кола, мерс, картошка. Давай, обзор маленький такой. У Ромки такой вот черный. Такой, о, хорошо. А что такое маленький есть? Это размер L, если что, у тебя? Булка просто больше. У меня лилипут такой вот. Надеюсь, что будет вкусно. И картофан. И картофанчик. Закрыть? Ну, давай, посмотрим. Картофаныч. Мы уже собираем потихонечку чемодан. Все вещи практически уже сложили. Даже не верится, что все. Это последний день, последняя ночь в Калининграде. И мы нашли еще одного хомлина, третье, на счастье. Бабушка Марта. Да, это супруга дедушки Карла. Она такая добрая бабушка, находится у музея янтаря. Мы как раз-таки тут рядом.
И вот, наконец-таки, в последний день мы нашли ее. Погладили, конечно же, на счастье. Вообще, этих хомлинов вроде бы 5. Мы не нашли вот внучку Улю. Она находится у входа в зоопарк. Где мы были, но... Да, мы там были, но мы вообще... Не шарили. Не шарили вообще, не знали, где их искать. И еще один в районе Амелинау. Хоть мы сегодня там были, но мы опять забыли его найти. Почему? Это... еще один? Еще двоих? Малыш Антошка. Малыш Антошка. Вот он в Амелинау. Да-да-да. Короче, ну ладно. Хотя бы троих нашли, уже хорошо. Затеряться с тобой в рубашке, затеряться с тобой в Париже. Закрываем все оставшиеся гештальты по Калининграду. Последний момент. Пришли на Верхний пруд. Здесь такой вот парк, у набережной. Были на Нижнем пруду сразу же в первый день, я помню, мы туда шли в Мадам Буше. Ну, на Верхнем, хоть мы тут рядом живем, ни разу не ходили. Зашли здесь парк аттракционов, я как понимаю, небольшой. Выглядит очень мило. И здесь все в стиле Дисней. Вот колесо обозрения, оно, к сожалению, уже закрылось. Да и парк, в принципе, весь уже закрылся. Но люди ходят. Мы просто решили тоже зайти, посмотреть что-то такого интересного. Вот. Ну, вроде как аттракционы есть. Не, они вроде не закрылись, просто уже все. Пару минут осталось. Угу. Ночь. Так-то мы планировали на колесе обозрения прокатиться. Ну да ладно. В принципе, в Зеленоградске прокатились уже хорошо. Я смотрю, у меня уже тошнит. Диво чашки. Ставь лайк, если тоже тошнотик. Мы все-таки решили сходить на колесо обозрения. Купили билеты. 9:30, а время 9, короче, вспоминаю. Даже 9:10 уже. Попробовали все колеса обозрения. Питерская. Тюменская. Тюменская. Зеленоградская. Калининградская. А в Сочи вы катались? В Сочи? Не помню. Я тоже не помню. Надо же пересмотреть влог и напишите. Пересмотрите влог и напишите, катались ли вы там. Как будто бы да. Да? Да, мы катались в Валеран. Это Питер. А, это Питер. Да, точно. Ночной Калининград. Даже как-то вот немножко грустненько. Но сейчас мы будем выезжать завтракать куда-нибудь. Отдадим свой чемодан опять в камеру хранения, чтобы мы смогли немножко погулять. И все, в принципе. Как и в первый день, мы пришли в Brunching Bowl. Полюбившее нами место под завтраки чисто. Конечно же, меня здесь узнали. Опять официант на меня подписан, но подписчик. Ну, это просто. Собираю. Это был самый вкусный завтрак в моей жизни. У нас уже обед, мы снова кушаем. И мы пришли в остановку театр, кафе-пекарня. По совету Саши Тесна. Взяли вот такую вот пасту с креветками и вот такой вот бутерброд с икрой. Он такой, размерчика нормального. И взяли лимонадик с арбузом. Мы в аэропорту Храброво. Время 16:50. Сидим, ждем, когда у нас будет посадка. Устали. Я хочу спать просто нереальным образом. Поскорее бы уже домой, да и все. Даже не верится, что все эти 6 дней уже все прошли. Все позади. Вообще не верится. Максимально. Спасибо, что... Спасибо. Я пошу собой так.